Да, у Коса фантазия не та. Да, шапка ЛБХ, сирис С, пума, ХГ. Тому кладовых Да. ржавых. Но у наших-то брони поболее. Пулю какой-то. Пульсовый. Айпок? У нас какие бушаки вот Вот эти эта фигня, стоят? кстати, айпок. Ты его догони, потом говоришь, что это фигня. Все, да? Не, у нас интереснее мехи. Не, у них как раз. У нас они мощнее. Чем они интереснее? Они просто одинаковые. А у них совершенно все мехи разные. Блин, слушай, они походу играют по тем правилам, что каждого типа меха, то есть одинаковых мехов не брать. Да не, вряд ли. А наши взяли что-то, блин, одинаковые мехи. Это мы не проходили, это нам не того сюда. Не обговаривали эти правила. Ну да, по идее. Кто первым стал того и тапки? Того и тапком. Или так. Эти тоже что-то принюхиваются. Что-то я одного меха противника не вижу. Клином почти. Тут он через город стоит. За бугорком. Сектор вылез, тут же настрелял, блин. Куда же они еще одного меха дели своего? А и бог у них прячется. Прошу. А, нашел. Ойс. Этот а-а-а, он за Нивиксом гоняется. Так, один счет. Сюда населка. Активно легает Зойдберг. Руки надо этой улеру этому отпиливать нафиг. Не слетает мгновенно. Ну, один наш польза. Крит, да, три под попал. Под крит и задымился. Кило в спину пилит прям вообще в наглую. Опа, руки нет. Да нет, он вроде шел, стрелял там. А, вот как раз я говорю, ну, репит. Да, как раз пишет. Да, килл вылетел. Килл вылетел? Да. А, не, без килла разбирать. Да там осталось двое. Сектор запиливает. Оп. Все, один у них остался. Краус, а так он, блин, сектор Зайдберг залегал. Что такое новый пикет проявляет? Что он имеет в виду? Не брать одного и того же меха дважды. Легает, да? Да, постоянно легает. Залез, чувак. Кровь за кровь. Живучий какой. Так, Зойдберга залегали и Нива залегали, да? Ну да, но не до конца.
Ну, Лив еще ползает, да, а вот сайт бегом.